Так. Августа 2021 год, Харьков, 3:55 по Киеву. Вы только посмотрите на эту луну. Нет совсем. ИСУ 6400. Конечно. Ой, какой замечательный смайлик. Кривоватенькие, но это просто сарказм. Да, так вот, хотелось поснимать. Даже интересно, как это будет выглядеть на экране. Хотелось поснимать Луну рядом с Аполлоном и Геркулесом. Где у нас? О, вижу. В окуляр вижу, надеюсь, на экране тоже будет видно. Вверху экрана посередине кадра. Это Геркулес. А вверху экрана посередине теперь это Аполлон. Никаких шансов в одном кадре увидеть Аполлон, Геркулес и Луну. Слушай, у нас какие-то зарницы. О, нет, вижу. Вижу Аполлон, Геркулес и Луну в одном кадре. Ну, по-моему, это максимум, который я могу сделать. Очень классно расположились две звезды. И даже не убывающая, уже умирающая Луна. Ну, то есть умирающая в том смысле, что... В смысле освещенности. Так-то с Луной все в порядке. Пошли на Юпитер посмотрим. Выдержка 1:30 ISO 6400. Вот наш Юпитер. Там такой сейчас красивый дуплет спутников Европа Ио. У нас противостояние Юпитера. Совсем скоро 19 августа. Где вы были 19 августа? Такой себе мемчик для самых маленьких. В прошлом дубле был еще Сатурн, но сейчас я даже не пытаюсь. Фиксировать очень низкого над горизонтом, который у нас сейчас нечистый. И это не термин инквизиционный, не термин инквизиция, а просто констатация факта. О, да как же в тебя попасть, родненький ты мой. Ветер стих, ёлки-палки. Это спасибо большое. Практически нет ветра.
О! Вот ты наш золотой. Калиста в полос в кадр. Слушай, зарницы какие. Калиста, Юпитер, 604 миллиона километров до него, ну и до спутников. И дуплет Европа впереди, и его два глазика такие смотрят на нас. Где наш Калиста? Калиста впереди, Европа, Ио, и ждем Ганимеда. I'm waiting for you. Ну. О, вот он, красавец наш. Вполз. Так, сейчас я здесь уменьшу выдержку. Ну да, полос мы не увидим, конечно. ИСО 6400, это сурово. Ну пошли, закончим, наверное, на съемках. Тут ты посмотри, как сверкает. На съемках рассвета и луны. Разве это не прекрасно? Черт узнает, что здесь прекрасно, но я обалдею. Смайлик. Нет, это не кривой смайлик, это улыбка чеширского кота. Льюиса Кэрролу пламенный привет. Да, это чеширский кот. Улыбка чеширского кота. Интересно, что можно будет снять на других настройках. Даже сейчас я вижу какие-то очертания кратеров. На удивление. Сейчас попробуем. Напоминаю, это ИСО 6400. Напоминаю самому себе. То есть это максимум следующий.